Ладно. Ну, уже босс. Что там было-то? Что за бабайка такая желтая? Ого, ворнинг. Капсула. Ага, я говорю, прям этот, там Дариус. ХПшек. Huge boss is approaching fast. Ну, я сейчас умру. Ох, то есть много жизни. Это, просто фигач него заряженный и все. Босс красиво нарисован. А то. Большой нерв. Дерф. Ой, вопрось. А у меня вообще такой херни не делал. Как читы использовать в битнафине? Сложно. Понятно. Какие именно читы? А как? А нам на бесконечные монетки нужно. Нет, я имею в виду... Шарк, экшн реплей, экшн реплей, наверное. Шарком, что ли, этим? Шарк-коды или как они называются? Еще одно! Хрен его знает, просто читы. Окей. Что? Просто читы, заходишь в игру и вводишь чит-код, блин. Нет, это не так работает. Не, для SNES. А как бесконечно, ты же там можешь это нажимать как много хочешь. Да. Блин, я как-то вводил читы. Нет, подожди. У меня есть для PlayStation только эти Shark. Ну, для PlayStation это не то. Ну, почти Game Genie называется. Да, вот это вот. Вот это вот вам будет нужно, Дерфс. Как оно, блин, я сам забыл уже. Нет. Я не эти, эти капсулы запрятаны так, что ты их хуй получишь. Капсулы с едой? Да. А-а-а. Их реально хардкорно получить. Ну, нам хотя бы парочку нужно, блин. Их две только. Их две только. Будет больно. Другая капсула с оружием. Тут появилась капсула оружия. Ты куда? Что-то с пингом сработал. О, а что-то он тут на этот раз не опустился ниже. Ой, он убежал. Очень быстро его теперь. Паттерн что-то изменился немножко. Искусственный интеллект растет. Это с другой стороны теперь вылезает. По сути, он делает, что хочет, вот и все. Ну да. Хитбокс тут говно. Вот такие у него. Ты куда полез? Куда он был щелящий? Долбанет? Вот эта штука, она просто тебя замедляет, да? Похоже, не, когда не, ты хорошо замедляешь. Типа себе платформу создал. Ну, а они тебя не повреждают? Или ты просто мигал? Повреждают. Ну, он сейчас прошел по ним, ничего. Еще маленький выстрел. Одной пулькой. Yeah. Еще с третья фаза. Нет. У него жопа взорвалась. По-моему, голова. Все ухами покроет. Детенышами. У него будет за оружие. О май гад. У нас там дальше это самое. Я убил своего первого мена. Щепоч. Этот следующий гриб. О, что-то показывает. Чайный гриб. Как восьмой части. Появятся эти улучшения, по-моему. А, вот оружие. И части еще твои. А знаешь, движок как восьмой части. Ку. Ай. Ну ладно. Return to game, я думал. А там титул. Все заново. Хорошо, что вы сохранялись, блин. А как же к игре вернуться тогда? Просто зачем ты нажимаешь? Нет, там было согласиться с сохранением или же вернуться на титульный экран. Там было continue или return to title screen. Один ты использовал зачем-то. Что-то пополнить. Действительно. Говори сразу, я не X. А, он в этот раз не спрашивает. О, зараза. Как же ему больно. Блин. Полет есть. Недалеко ты на нем летишь. Тут новое. Наверное, поднимется. Да ёперный, как сложно слева, попасть. Справа. Слева. Слева. И в чем суть была этого дождя? Запутать. Справа. Ничего, он не путал. Стреляй в него! Ну что ты делаешь? Сработал этот. Даша работает. Один остался, у него еще половина жизни.
Так этот, надо прям попадать. Да. Ну, мне кажется, он там только раза три промазал только, мне кажется. Мне кажется, у тебя, наверное, лучше так получается. Справа правильный. Слева правильный. Справа правильный. Оба справа. Е. Я убил своего второго мена. Теперь вопрос, мы по жизням или по континуум? Потому что сейчас 0 жизни. Сейчас доиграю, умру и следующий, видимо. Тут же продолжение, континуум. Ну, в принципе, да. Следующий продолжать, может, спокойно. Я в туалет, следующий петух, кибер. Я в туалет, следующий петух. Хорошо. Потом щепать. Этот, там, в общем, уровень надо этот быстрее, его быстрее проходить, чтобы ранги S получать, и тогда можно получать там улучшения и всякие, там три улучшения. Какие ранги? Подожди, нам еще и ранги выдают? Да, это же киберпространство. Это особый уровень получается у нас. Это дурацкий уровень. Вот улучшение хп-шек, танк энергии. А вот чё он не прицелился на удар? О, ты убил его! А, шлем, я понял. Люблю. Обычными атаками... А, вот этими, да, используй его. Куда? Вперед. Постоянно используй его. Да, только всего 8. По кускам получается вообще это все дело. Да, конечно. Ну, то есть, в смысле, получить, скажем, в одном S, потом просто умереть и уже там следующих. Да. Ну, слава богу. Короче, мы здесь надолго, ребят. Нет, ну, нам лучше вообще еще улучшение руки получить, чтобы уменьшать его, потратить энергию. Ты видишь, уже он всю энергию потратил, оружие. А нам еще босса убивать этим. Да. И чё, S? О! Факана, сапутинка. О, энергия, где танк? А ты говорил, их сложно найти. Это и есть приз, да? В смысле сложно найти? Он же на S ранг получил. Ну ты говорил, что их вообще сложно найти. В смысле найти, получить. Ну, хорошо, получить тоже не сложно было. Потому что Щепоч хорошо играет, в отличие от некоторых. Я думал, там вообще, там, я не знаю, 20 боссов надо убить, чтобы одного один Е-танк получить. Душевное тело. Эй. Только правильно входит здесь. Здесь, да. Здесь двери по-человечески сделаны. Че на фоне вообще? Какой-то... Соты? Какие-то. Но он же не пчела. Вексы какие-то. Сеть нарисована. А-а-а, логично, да. Иногда получается, иногда не получается, да? Да. Вот сейчас вообще не там бы, а появился. Не в тебе. Не во мне. Он просто немножко позже это сделал. О, Чарнет нам всю игру пройдет. Я убил своего третьего мена. Че, будем возвращаться и сран получать? Я, конечно, попробую, но, блин... Не, ну просто как бы все будут страдать. Просто мы же будем переключаться. Первую мы возьмем, наверное, вторую неизвестно, не третью. Не, третью у нас какая-то странная вообще. Одну из двух. Там бежать как бешеному надо, что очень сложно будет сделать мне на Xbox. А потом типа ты же летаешь. Ну, уже есть другое, которым ты можешь убивать этих врагов в другом месте. Оружие, стой! Ну, тогда как. Окей. Чё они прыгают? А так можно попасть. Кажется, ничего не дали. Ой, его. Прилетело. Будешь этот братчик там? А он и так. Отлично. Негде будет балл. Следующий же босс. Все же босс. А, уже все. Блин. Без дверей. Босс.
Нифига себе, я могу выйти с него. В первой части иксовой тоже уже босс был летающий без всяких дверей. Там, вот эти. Как ты смеешь уничтожать мой юнит? Ты заплатишь за это своей жизнью. Тебе надо этот сканером его ебашить. Попробуй заряженный, ты можешь там какой хороший. Ты не знаешь, вряд ли. Ты не зарядил. Его надо вот держать постоянно. Вот так вот, да-да-да. Ага. Не давай ему нормально улетать. Бедный сова. Чё-то он это... Выпрыгнул. Фонарик какой-то у тебя. Еще. Там обычный атака его даже лучше, чем это. Ну не знаю. Чем как заряженный. Как ты в него будешь обычно атакой вверх стрелять? Так он сейчас обычно атакой стреляет. Я тебе про то говорю, что заряженный, который там долго держится лазер, он не останавливает врага. Ты имеешь в виду обычным лазером? Да. Я думал, ты имеешь в виду обычным лазером. Сейчас он всего обычным лазером. Следующий. А когда бил заряженный, он его не оглушил. Я убил своего четвертого мена. Всех мэнов. Надо, в общем, драгуна убивать, в общем. Мы же собирались с ним 8 идти. Да, и мне казалось, что... Дабл цикл. Наверное, может быть, наверх запрыгнуть. Классический воздух почему-то в иксах этот дымажит огонь. Ой-ё. Пришло сообщение от полковника. Так. Я тебя жду... Холли Мемориально. Мы сейчас будем с ним сражаться. Отстой. И чтоб ты появился вовремя. Сэр, это может быть ловушка. Может быть оружие. Возможно, но я не убегу на этот раз. Идешь к трапу, короче. В трапа иду. Опс. Ну нам пизда, в общем. Как? Ну тут как бы не уйти от него по-любому. У нас столько всякого крутого оружия, как это на это самое. А его ледяной атакой... Ну, Чан его такой замочит. Руку взяли, по дефолту. Полковник, останови это безумие. Страуса только не взяли там что-то мы. Полковник, пожалуйста, обдумайте это еще раз. Рептилоидные форсы. Рептифорсы должны быть обрести независимость. И наша битва определит это. Ну, обрадуй меня, мужик. Опять этот Сигма с мечом. Ты пидор. Ему было не больно. Ну мы проиграли вообще. Хуя говорит. Ты недооцениваешь Чанарда, только что прошел Кену. А нормали я... Блин, нифига себе, я только один хп нанес. Бери двойника и пенетрируй его. Так он в меня пенетрируется. Ну, проверь это с заряженного двойника, кстати. Еще дубл циклон ты не посмотрел. Ой-ё! Приманка, наверное. Из меня вылетела. Душа. Циклон у тебя еще. Ну потом посмотрим. Всё. Потом уже будет этот. Щепыч посмотрит. Щепыч все посмотрит. И чего? О! Бери его, ты не можешь. А, вообще ничего нельзя сделать, да, пока это? Нет, он стрелял. Он просто не на ту кнопку. Только, Бьет он того, вовремя. Стреляешь ты другого. Без толка. This is too hard. Попробуй паутинкой, может, она тоже ничего. Она же там какая-то такая по центру массово поражает. А, вот такой циклон. Это был заряженный или не заряженный? Да, это был заряженный. Чё-то ты плохо поворачиваешь, стен нету-то. Он еще даже не попал. Я вообще его не попал. А дэшиться через это нельзя? Из кого? Надо от него выпрыгивать, блин. Когда он этим хуя делает, а от волн нельзя присесть. Их надо все перепрыгивать. Если верхняя будет, ну, там миллиметровый прыжок. Он верхнюю атаку делает, ты дэшишься через низ. Я через низ. Кстати, да, потом он же. Такая недоприсядка же получается в теории. Это мы уже видели. Щепыч не видел. А сейчас а это не проверишь. Проверить. Ты уже делал. Чему заряжен? Как ты умудрился? Фонарик какой-то. Ну, она такая. Да мы это уже видели, да. Ты лучше чего там. Это мы тоже все видели уже. Да уже все видели. Тут хотя пулек много у этих, блин. Вот. Только один заряд ест, блин, почти четверть этой хрени. Еще нам нужен
Голова, ты его спецатаками сейчас будешь пытаться убивать. Почему паутинку сейчас рисуют два? То есть два супер заряженных, то есть они заряжены еще и больше да. тратят, охренеть. Да. Давай сразу его в паутину, и он умирает. Ты промазал. Вообще не доносит. Даже вообще урон. Ты нанес ему урон! Е! А тут-то нельзя, что ли? Ну вот это, когда он атакует, дэшится через него, типа, вот это. Что-то даже не сработал, надо в воздухе делать. Короче, это финальный босс из Кены, ребят. Я тут то же самое занимался. Умер, загружаюсь. Умер, загружаюсь. И так полтора часа где-то мне было. Норм. Ну это говно не пройдя. Сколько в нем хп, пипец! Или нам не надо его убить намертво? Как все-таки уклоняться-то от этих выстрелов? Перепрыгнуть верхнюю можно вообще? Вон, верхнюю можно перепрыгнуть. Дэш, через дэш, вы не пробовали что ли дэшиться через нее? Да нет, конечно. Ну, вроде перепрыгивание да, работает. А так-то он вроде... Да, когда дэшится, я по нему попасть не могу. Только от этой уклоняться и все, остальное перепрыгивать, что тут делать? Ну, в принципе, да, он получается довольно-таки простой. Сейчас Чипчево пройдет, по-моему. Так вот, когда Чипчево вкусил. А, вот так вот, два раза. И три раза. Ладно, стреляем просто. Сейчас сделает. Он просто прыгнуть даже можно. Ай. Это как он так? Головой убил. Скорее уж спиной. Headbutt move. А после Чипа что-то Дарфас. Ну, Шей пройдет. Да. Нет, Щепыч сейчас пройдет. А Дарфас будет уже проходить следующий. Щепыч даже не переключил управление, между прочим. О! Если что мы сделали с Щепычем ироды? Хуя! А просто прыгнуть нельзя? По-моему, может, не нужно. Не, ну он на голову может попасть ему. Ты этот? По-моему, нет. Да он же, по прыгает. Он сейчас просто прыгнуть и да. все, не дэшится через него. Ну, в принципе, можно стоять на месте реально, в углу. Нет, это будет махач это. Я просто не знаю, просто пробовать, как бы... Хорошо, что он хотя бы не дамажит вот этим дэшем своим. Да, спасибо. Ай! Ты забываешь, что надо уклоняться. Ай-яй-яй. Тайминги, тайминги потеряны. Говорит. Он говорит, тебе надо Sirius надо, да. Why so Sirius? Фароус. Пим. Дэш помогает тебе дольше в воздухе быть. Дэш? Сейчас Щепыч все пройдет. Он тогда обратно, Дэш. По-моему, заряжен вообще особо нет. Еще! Все равно одна выстрела встретится. Так мы и наносим только заряженные атаки ему. Вот этой. Отравляет все остальные. Только тока и ей мы не наносим. Мы можем выбрать стейдж. А, подожди, а если без нее прийти, то это полная капзда, что ли? Нет, он стейдж имеет. Стейдж, нет. Заряженные обычные можно тоже, да. А кстати, выбрать нельзя. Стейдж, я боюсь, что он сразу скажет снова, что типа вам сообщение, идите. Наверное, нет. Идите вы. Так, что нам ничего не надо, да? По сути-то. Ну все какое-то бесполезное. Вы не да. можно. Ау. Двойник-то рабочий. Заряжай, заряжай. Не заряжай. О. Show me what you got. I've got nothing. Он когда стреляет, ты уже можешь. Еще! Можно! Это одну пипетку. Будешь дальше пробовать через него? Нет. Точнее, под верхний. Ах ты ж этот! Да по-любому он не поможет. Хуя! Да как так-то? Он вообще... Не, он получил. Чуть-чуть. А вот сейчас, когда он начинал это делать, нельзя было? Капельку наносит урон. Да. Писечка. Еще! Ах ты, блин. Не то нажалось. Хуя! Хуя! Вообще, хуя не кружает у нас. Это Один! Воплоти. Ну ёбаный в рот. Меня не успеет. Бегамейн даже Одина спёрли, блин, себе в игру. Начинается. А, блин. А если прыгнуть и повиснуть в воздухе? Может быть, перепрыгнуть. Нет, я не успел.
Он, наверное, мечом мне не достанет. Лагануло. Да ё! Хуя! Аба-ба-ба! Ну ты попробовал даже зато. Попал. На шпагу ему. Хуя! Это марафон хуя будет. Да нам все равно через 30 минут заканчивать, или мы будем дольше сидеть. Нет, ну че, вообще прогоним, и в принципе можно этого хуя мэна добить и спокойно пойти спать. Я думаю, быстрее его добьем. Уверен? Или он добьет нас. Ну, этот, Сигму же мы как-то скрипя прошли. Скрипя сердце? Одним паттерном. О! Ну пока ты не ушел чем-то дальше. Ах ты ж этот! Это что за херня? Иди-ка направо ты, да. Он решил, что волнами тебя не победить. Да уж. Чуть-чуть. Ты охренел, что ли? Да-да-да, ты. Попробуй альтернативную атаку лазером поставить, и когда он это хуя делает, очередной сзади и лазером. Давай. Ты нифига себе ты сложный маневр предлагаешь. Да, я на это-то еле успеваю. Ты перепрыгиваешь, когда нажимаешь на лазер и попадаешь по нему. Ебош, блин. А, заряд бросится тогда, нельзя лазером. Да ты охренел. Короче, чисто атака на измор, блин. У тебя ж банка есть. Это я не успеваю вечно. Сел. Опять на полку. Это тайминги все прочувствовать. Да. У вас Мегамен засветился. Я 4 закрыл. Чем ты его смотришь? Чё это ты начал с этого? А как же... Хуя. Еще! Ах ты ж! Опять! Хуя! Опять! Во хуями кроет! Что-то у нас какой-то хуй быстрее получается! Да хватит уже! Еще! Ой, слава богу, не сел! Ну как так? Да хватит! Еще! Да блин! Еще! Во! Наконец! Сейчас еще вторая фаза начнется, что будем делать? Еще до середины второй не дал. Блин. И по башке попал. Ну и да, мужик! Обманул. Опять не туда! Я так не могу с этой стороны! Ай, блин, этого я не ожидал. Ты можешь банку использовать. Ну, тебе еще на один удар хватит. Может, даже на два. О, господи, какой долгий. Ну, да. Горячий бой. Можно использовать банку. Да я! Еще! Ну, теперь ты по-любому второй хватит. Ты серьезен? Я уже практически мертв. Сейчас вот еще один раз попадет и использует банку. По-моему, он меня убьет с одного удара, нет? Нет. Наверное, нет. Смотря какого, может быть, может они разные. Где да. Ну не проверяй ты уж хуя. Ай-яй-яй. Не, ну на этот он как раз раз, а вот на лазер. А-а-а! Еще! Ты можешь это? Покушать, если уверен в себе. Не уверен в себе. Пока еще один удар, то можно пережить. Наверное. Все, попал. Все. Есть! Колонель. Полковник впечатлен. Вы впечатлили полковника. You pretty good. Полковник стоять! Еще и сбежал, зараза.
Пидор. Нет. Что, уже босс, что ли? Или да, это саб? Это... Я с ним буду в броне сражаться. Точек наверх пошел. А он тебе этого робота что ли снесет, если будешь долго дамажиться, или что? Да. Или он без робота вообще не победим? Почему? Победим. Sky Lagoon Fall. Палит сообщение с этим кодом восстановления пароля на Алиэкспресс, который я даже не просил. Все, тебя взломали. Подпутся. О, да. Чё-то ты как-то больно его бьешь, а он тебя вообще не бьет. Чё, рано. Ты говорил, он сложный. А я чё, помню? О, всё. Хадукен, слышали, Хадукен он использовал? Ой, очень подбрал. Хадукен! По-моему, обычный более эффектив. Е-е-е. А там вот наверх-то был подъем, туда нельзя было залезть? Почему? Можно. Ну, а если у тебя нет робота? Да. Сценка, кстати, видите, после его уничтожения. Почему ты нас предал, драгон, да? Типа такое, что ли? Всегда хотел с тобой помахаться. А пират? Генерал, что ли? Нет, он что? Про Сигму говорит. Апирт. Он про Сигму говорит. Тут непонятно, кто стоит за всем этим. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Доктор Уайли. По-любому. По-любому. Как всегда. Кто еще настолько же безумен? Тут шипы появляются всякие, вон, видишь, что, блин, опа. Чух. Его можно уничтожить, и шипы появляются. Но их можно уничтожить. Но это а, там он, смотри, смотри, он замерз, бедняжка. Эти шипы, кстати, они, наверное, убивают с одного удара? Нет. Удивительно. Только железные даже шипы. Так, их тоже можно уничтожить даже. Ой. Видишь, я его раньше уничтожил, а он, типа, исчез. Эх. Так и останется обычный сухой уровень. Тут в начале дно Днищенское, все тяжело, а потом убербомба, а потом в конце опять тяжело. Это практически как в рекорд-кипере. А тут нету супер приемов всяких, так что Сигму придется по чесноку проходить. Ау, ну, то есть есть, но этот ультимат армор, но его надо код вводить. Что-то можешь какой-то, блин, охренеть здоровый. Через него не перепрыгнешься даже. Ну, медленный. Ах, где под... Вау. Может, лучше с Широюкиным его? Что делает, блин? Попу чешет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Стремно. А почему у него кружки пропадают при этом? Он на них едет, видимо. Они у него из той стороны появляются, что ли? Блин, совсем эта фигня не дамажит. А, я все уже потратил. Зато не увези. Ой-ё. Так Б-банка используй. Б-банка. Там вообще ничего нет практически у него. Нихуя себе. Хоть что-то? На один удар. Уху! Ему надо было металлическими шипами стрелять. Где Металмен с металлическими шипами? Как они не додумались до такого? Ой-ё. Опа! Ну, он не жилец. Я просто заряженной атакой думал, типа, получше, а в итоге просто просрал всю энергию. Ну да, там заряжен хватило на 3 патрона. Мастер.
можем пробовать. Куда ж денемся? Первый-то просто пробежать, блин. Ну что, Дерфос, срежем время наших траев, чтобы не перезапускать каждый раз миссию? Нет. Блин. S-ранг без этих даже. Без забл-траблов. А чем ты время наших зрителей не экономишь? Так от... А, ну да, там получается же не вернуться никак. Ну как, можно же умирать там, по идее, если ты тупо понимаешь, что все не пройдешь уже. Не, ну ты опять заново будешь уровень начинать. Разве? Там нет чекпоинта на третьем? Нет. Не может быть такого. После... Фига, вон даже с этим S. Double S. Сейчас Щепоч все пройдет, ой, сейчас Один все пройдет. Ну это вряд ли. Погнали. Эти подними. Дэша, если да, подними. Можешь не призывать. Там конечный. Блин. Еще, еще. А что-то нам ноги не дали, а руки дают. Ускорение лестниц. С первого раза. Все три причем. Сосать нахуй. Это Один прям жжет под конец. Два босса подряд, ты еще три S. Трипл S. А я что добился? Только руку Мегамону взял с первой попытки. И всех боссов так ты, убил. Так ты других предыдущих боссов уже побеждал. Да не, ну это я прикалываюсь. Просто я сам охреневаю от 3S. Марафон. А кто первого босса убил? Я. Чан? Я всех убил, по-моему. А кто был первый босс-то у нас? Какой-то дракон превратился, блин. Так, теперь мы стали экономнее потреблять патроны.